Это Галя, и сейчас она ищет себе новое хобби. Она подумала обо всех хобби, которыми когда-либо занималась в своей жизни, и заметила, что почти все они связаны с созданием чего-то своими руками. В подростковом возрасте она собирала разные подделки, ходила на кружок по выкладыванию картин из бисера. В более старшем возрасте пробовала делать уже украшения из бисера. В основном ей нравилось делать чокеры. Еще недавно она ходила на мастер-класс по лепке из глины и сделала кружку. Посмотрите, какая красавица, глаз не отвести. Самыми продолжительными ее занятиями были игра на фортепиано, потому что она ходила в музыкальную школу 8 лет, и писательство. С писательством у нее особая история. Она то начинает, то забрасывает. Короткие рассказы окей, но когда она берется за длинные, то запал, как у автора, у нее быстро пропадает. И все равно, хоть и редко, но она возвращается к своей любимой объемной истории и все надеется ее дописать. А у вас есть хобби? Поделитесь в комментариях.